всеобщем облегчении полиция сегодня объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. Мальчика держал в колодце убийца-мастер оригами. И, наконец, радостные новости. Полиция выносит горячую благодарность Мэдисон Пейдж, работавшей над делом мастера оригами. Мисс Пейдж оказала следствию поистине неоценимую помощь. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого «мастера оригами». Скотт Шелби, белый, бывший лейтенант полиции, он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Шелби был убит в ходе проведения полицейской операции, однако подробности событий пока не уточняются. Можете идти. Пап! Шон просто не мог дождаться. Я подумала, ты будешь рад его видеть. Итан, я... Прости меня. Обещай, что больше от меня не уйдешь, пап. Обещаю, сын. Больше никогда. Сегодняшний гость скоро получит Пулитцеровскую премию за серию блестящих статей о расследовании дела мастера оригами. Благодаря вмешательству отважной журналистки был вычислен и обезврежен опаснейший преступник и спасена жизнь ребенка. Давайте поприветствуем женщину, героизм которой общество никогда не забудет. Мэдисон Пейдж. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Упорная и целеустремленная, так описывают вас газеты. Несомненно, именно эти качества помогли вам вести это нелегкое расследование. И все же признайтесь, неужели вам совсем не было страшно? Спасибо, мисс Пейдж. Я восхищаюсь вашей смелостью. Спасибо. Для Джона, пожалуйста. Побольше бы таких журналистов, как вы, мисс Пейдж. Хорошо, что вы поймали этого ублюдка. Спасибо. Как вас зовут? Винсент. Блестящее расследование, мисс Пейдж. Ну и храбрый же вы. Вам нужен противник посильнее. Более жестокий. Ты хорошо все обдумал, Норман. У тебя все впереди, ты можешь сделать карьеру. Какая жалость, что... При всем уважении, сэр, с меня хватит. Я хочу пожить обычной жизнью. В последнее время я стал словно сам не свой. Надо сделать паузу. Ненадолго. Ты собираешься вернуться в ФБР? Не знаю. Ничего не обещаю. Можешь оставить УРС себе. Эта модель устарела. Через месяц выпустят новую. Я...
поставить. К нему быстро привыкаешь, а оно не поможет мне там. В реальном мире. Как хочешь. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь, Норман. И я тоже надеюсь. Убил моего сына, Скотт. Ты вспоминал об этом, когда обнимал меня? Не знаю, зачем ты все это сотворил. И ничто не может тебя оправдать. Как же я презираю тебя! Я тебя презираю!